Привет, друзья! Захотел записать короткое видео на тему того, что стоит ждать от будущей консоли Microsoft. На это видео меня вдохновили слова Сары Бонд во время недавней трансляции с Филом Спенсером о будущем Xbox. Таким образом, они подтвердили, что будущий Xbox находится на ранних этапах разработки и что в целом они не собираются отказываться от консольного бизнеса, как многие считали, ну или надеялись. Так вот, во время подкаста они не только подтвердили создание нового Xbox, но и также сказали, что когда их консоль увидит свет, это будет самый большой технологический скачок между поколениями. Да, кто-то может сказать, что это обычная маркетинговая болтовня и так далее, но я, если честно, так не думаю. Стоит отметить, что они не сказали там про мощность, скорость работы или что-то в этом роде. Microsoft обычно, знаете, напирает на мощность, но сейчас они сделали акцент именно на технологическом скачке, и это важное уточнение. Новые консоли от Microsoft, уверен, будут делать как раз-таки ставку на технологии, а не производительность, и тому есть определенные причины. Многие эксперты сегодня говорят, что консольное железо, то и не только консольное, по сути практически уперлось в потолок своей мощности. И чтобы сделать, знаете, будущие консоли гораздо мощнее нынешних, нужно будет существенно поднять цену на них из-за возросшей себестоимости производства. Ну или же в противном случае какой-то прям огромной разницы в производительности мы не увидим по сравнению с вот этим поколением. А все дело в технологии производства чипов, на которых располагается процессор и видеочип консоли, собственно. С каждым годом все труднее и труднее на одном и том же размере чипа укладывать больше транзисторов. Соответственно, для увеличения мощности нужно закупать чипы большего размера, что опять же существенно повысит стоимость консоли. И я сомневаюсь, что та же Microsoft пойдет на сильное удорожание базовой версии будущей консоли. И я не думаю, что да, там стандартная версия консоли будет стоить дороже, чем $500-600, то есть как сейчас Series X. Смысл консоли заключается в том, чтобы быть не сильно дорогим игровым устройством, но при этом быть достаточно мощным и крутым. Поэтому многие эксперты считают, что какого-то колоссального скачка в мощности не будет с выходом новых консолей. Правило между поколениями, да, в консолях, например, с того же там 360-го и по сегодняшний день, скачок производительности между поколениями составлял 10 раз. Например, Xbox One имел 1,3 терафлопса, Series X уже имел 12 терафлопс, что почти равняется 10-кратному приросту производительности. Ну, это по самым, знаете, таким грубым подсчетам. Мы не берем там в расчет новую архитектуру, которая также дает свои фишки и так далее. То же самое между Xbox One и 360 боксом. Сейчас, я думаю, дай бог, чтобы прирост был 5-кратным, а не 10-кратным. Хотя, конечно, разница между 12 терафлопсами и 60 терафлопсами все равно будет выглядеть убедительной. Но, конечно, не такой, как 12 и 120 терафлопс. И именно поэтому, я думаю, Microsoft может сконцентрироваться не столько на увеличении самой мощности, сколько, как сказала Сара Бонд, на технологиях. Я думаю, вернее, я уверен, что ключевую роль в будущем скачке между поколениями будет играть искусственный интеллект и машинное обучение. Компания Microsoft стала первой компанией мира по капитализации, потому что активно инвестировала в искусственный интеллект, и все их будущие продукты будут им пронизаны. Xbox не исключение. Windows 12 уже будет работать чуть ли не на базе искусственного интеллекта со всеми вытекающими. Ну и ни для кого не секрет, что будущий Xbox будет также работать на собственной версии Windows 12, которая будет заточена чисто под игры. Ну и, собственно, как это происходит сейчас. И инженеры будущего Xbox, уверен, уже сейчас готовят архитектуру нового Xbox именно под возможности искусственного интеллекта. На самом деле будет интересно посмотреть, что нам смогут предложить будущие консоли с точки зрения искусственного интеллекта. Ведь и сейчас, без особого-то увеличения мощностей, он показывает невероятные результаты в играх. Та же технология DLSS. Это же вау. Она буквально увеличивает производительность видеокарты в 3-4 раза, на ровном месте. И это только один пример применения машинного обучения. Один. А областей, где его могут применять, огромное множество. И это мы говорим про сегодня. А что будет через 3-4 года и на что подобные технологии будут способны тогда? Как мы знаем, искусственный интеллект творит уже сегодня сумасшедшие вещи. С помощью него простым набором текста создается невероятно реалистичные видео. А ведь еще год назад было трудно представить, что он будет развиваться такими огромными темпами. Поэтому я и уверен, что Microsoft как компания, которая чуть ли не больше всех инвестирует в искусственный интеллект на сегодняшний день, и сделает ставку в своей будущей консоли, как и во всех остальных своих продуктах, именно на него. Да, консоли будут мощнее и быстрее, безусловно, но именно что скачок мы сильнее всего почувствуем в применении
внедрения технологий, связанных с искусственным интеллектом. Просто вот самое элементарное, что я могу представить сейчас. Благодаря искусственному интеллекту разработчики смогут пустить мощность консоли на обработку картинки, да, условно в разрешении 1080p, и навернуть максимально графики и эффектов. А искусственный интеллект, встроенный в чип, уже автоматически будет масштабировать картинку до 4K и сделать ее максимально четкой. Соответственно, мощность консоли с ее 60, да, там, терафлопсами не будет тратиться на обработку картинки в 4К, а вся мощность уйдет именно в качество самой графики и эффектов. А ведь сейчас огромное количество мощностей уходит именно на обработку картинки в высоком разрешении. Если эту функцию возьмет на себя искусственный интеллект, то это высвободит просто огромное количество мощей консолей. Ну, я там взял как пример чисто, да, 1080p. Можем взять и другой пример, там, разрешение 1440p. И, соответственно, наворачиваем на это разрешение крутую графику без компромиссов. И искусственный интеллект масштабирует картинку там до 8К, опять же, без лишних затрат мощностей. Я просто не знаю, какой, да, там, через 3-4 года какой будет стандарт у нас, 8К или 4К, соответственно, от этого и будут отталкиваться разработчики. Вариантов много на самом деле. Поэтому, ну, такое тоже может быть, и это только один пример использования искусственного интеллекта. А кто знает, на что эта технология будет способна к моменту выхода новой консоли, и на что она уже сейчас способна. И это действительно интригует. Если что, там, 60 терафлопс, я взял просто пальцем в небо, мне нет какой-то там информация по этому поводу, в принципе, как и ни у кого сейчас нет такой информации, вот, потому что, ну, вот, Сарабон сказала, что консоль Microsoft находится, да, вот, новое поколение, оно находится на раннем этапе разработки у них, и, соответственно, сейчас, ну, трудно сказать, какая там будет архитектура, ПК-шная, да, как я говорил, или же там они уйдут в мобильную архитектуру ARM, как в ноутбуках Apple или Surface, я не знаю, но можно сказать точно одно, будущий Xbox будет полностью пронизан возможностями искусственного интеллекта. И к чему нас это приведет, сейчас тоже нереально даже догадаться. Но именно в этом, я уверен, будет заключаться его главная фишка. Спасибо большое за просмотр. Это был, знаете, такой короткий взгляд в будущее и то, почему я считаю, что Сара Бон сделала акцент именно на технологическом скачке, а не скачке мощности, как это обычно бывает в маркетинге Xbox, да? Пишите, что вы думаете, подписывайтесь, я обязательно буду делиться с вами новыми подробностями по теме Xbox. В общем, до встречи в новых видео. Пока-пока.